Вот он наш Юпитер. июля 2019 года 23:44 по Киеву. И даже вижу Ганимед справа от Юпитера и слева от Юпитера Ива. Каллисто, как всегда, прячется. А, рядом с Ганимедом Европа. Как спаренные идут сейчас спутники. Европа на опережение идет, обгоняя Ганимед. Да, но сегодня основной повод для съемок — это сближение Юпитера и Луны. Вот такая красота. Два градуса между Луной и Юпитером. И выглядит это красиво. Повезло. Пару часов назад была сплошная облачность и ветер. А теперь осталась только дымка, и ветра практически нет. Будем надеяться, 16 июля, когда будет частичное затмение Луны, хотя обещают нам грозовые дожди, просвет будет, и получится и частичное затмение снять. Юпитер 662 миллиона километров от Земли. Луна, наверное, 370 сейчас тысяч километров от Земли. Ладушки, первые дубли, в общем-то, даже что-то вышло. Сейчас будем еще снимать. Как кратер на границе света и тени. Лады.